Короче, рассказываем. Июня отмечают Международный день блогера. Этот неофициальный праздник был учрежден в 2004 году. Блогеры – это люди, которые создают контент, видео, фото, тексты, подкасты и так далее для своих онлайн-ресурсов в социальных сетях или на интернет-платформах. Они могут освещать самые разнообразные темы – от когнитивных искажений и ядерной физики до моды и котиков. Аудитория у блогеров тоже самая разношерстная. Международный день блогера отмечают путешественники, рассказывающие о своих приключениях, бизнесмены, новостные и политические обозреватели, домохозяйки, которые публикуют свои рецепты, а также все те, кто хочет поделиться своими мыслями и событиями из своей жизни. К обществу блогеров может присоединиться каждый, кто имеет доступ ко всемирной сети, вне зависимости от пола, возраста и национальности.